Вы на канале Оля Смайл 2018. И сегодня я второй раз поднялась на вершину Эвереста. Вот, как видите, мы на вершине Эвереста. И случилось самое страшное, что могло произойти. Мою подругу Еву завалило лавиной. Но тут пришел человек. Привет. Здрасте. Ты тоже поднялась на Эверест, да? Ну ладно. Ты что? Короче, Ева завалила лавиной и походу все. Ну ладно, надо идти дальше, потому что до лагеря еще далеко, а в любую минуту может пойти снегопад, образоваться лавина и меня тоже занесет. Так что я пошла в лагерь. Человек, ты пойдешь со мной в лагерь? Ой, тут еще люди. Люди, отойдите! Тихо! Не отстаньте! Ты идешь! Давай, идем, я тебя подожду. Вот Ева тут один раз провалилась. Но, короче, тут... Давай быстрее, пока нас лавиной не завалило. Вот именно, где она? Мы не знаем. Она в любой момент может быть... Прям рядом с нами. А может ты поторопишься? Но я уже поднималась сюда, на эту вершину. И поэтому у меня уже выработался и иммунитет. И, короче, я молодец. Нет, еще не все. Вот тут одна лавина лежит. Она еще, походу, не успела скатить. Вот лавина. Я на нее встала, я вот это разломала. Ну ладно, ставлю на паузу.